ну что, все отлично, прочитали нам инструктаж, показали нам, как мы сегодня пойдем. Ну, он рассказал все по-английски, очень плохо я его еще понимаю, мне надо привыкнуть. Но суть такая, он показал на карте, как выглядит вообще Halong Bay, сколько на нем островов, подсчитывали их несколько раз. Ну, еще, вообще, в целом их более 10 тысяч. Те, что вот Halong Bay и Baitolong, их более 2 тысяч островов. И основная масса туристов проходит маршрут по Halong Bay. Там очень сейчас как раз сезон, очень много там людей, очень много кораблей. Наш корабль проходит по Baitolong, и он каждый день расписал, что мы увидим. Мы будем кататься на каяках сегодня, посмотрим на ферму жемчужную, поужинаем в пещере, потом будем ночевать в лагуне, будем прыгать с корабля, и вообще это все просто супер-пупер отпуск, как он сказал, для элитной публики. Вот, нас к ней причислили. Короче, у нас тут номер, каюта вообще просто потрясающая, на такой возвышенности. Вот, вот так вот нам все тут видно. Красиво. Да, здорово. Очень красиво. Вот здесь мы проведем 3 дня, 2 ночи. Ну, в смысле, не в самой каюте, а на корабле. Здорово, кондиционер здесь. Ох! Красота. Душ шикарный. У нас даже глазок есть, если кто-то к нам придет, мы можем так посмотреть. Да, это, конечно, корабль в Индонезии. Интернет у нас есть, каюта у нас есть, кормить нас будут, развлекать будут в течение 3 дней. И еще 4-й, ты не дашь телефон? Нет? Еще в чекине, где мы находимся. Но еще рано, конечно, говорить. Находимся мы пока на Halong Bay. Halong Bay.